Добрейшего времени суток, на связи Дмитрий Дымов, и сегодня у меня отличные новости от медиа-агентства Decibel. Сегодня я буду делать депозит, тарифный план, Sports Broadcast 3.0. Так вот, информация о компании Decibel. Это медиа-агентство, вот видео-презентация. Decibel принимает биткоин, эфириум, лайткоин, доджекоин, даш, биткоин кэш, монеро и рипл. Вот тарифный план Sports Broadcast 3.0. Здесь прибыль 188% через 74 календарных дня. Партнерская программа 3 уровня. 12%, 2% и 1%. Есть калькулятор прибыли. Если инвестировать в биткоинах, 10 миллионов сатош, то прибыль будет 16 миллионов 650 тысяч сатош. А дневная прибыль будет 225 тысяч сатош. В данный тарифный план минимальная инвестиция 300 тысяч сатош. Минимальная сумма на вывод 200 тысяч сатош. И преимущество этого плана, что прибыль и тело депозита включены выплаты. Каждый день будут приходить выплаты. Следующий тариф — это TV and Mobile Broadcast 3.0, это After Plan. Здесь прибыль 221% на 60 бизнес-дней. Партнерская программа 3 уровня: 14%, 2% и 1%. Есть калькулятор прибыли. Если инвестировать в биткоинах 10 миллионов сатош, то прибыль 18 миллионов 700 тысяч сатош через 60 бизнес-дней. Это автор-план, поэтому прибыль и тело депозита будут доступны к снятию через 60 бизнес-дней. Следующий тарифный план — это Game Streaming Broadcast 2.0. Здесь прибыль 1020% в зависимости от депозита. Это автор-план на 155 бизнес-дней. Партнерская программа 3 уровня: 16%, 2% и 1%. Есть калькулятор прибыли. Если инвестировать в биткоинах 10 миллионов сатош, то прибыль будет 89 миллионов сатош. Прибыль и тело депозита будут доступны к снятию через 155 бизнес-дней. Итак, статистика. Вот сколько депозитов уже в биткоинах. Столько выведено в биткоинах. Зарегистрировано 39 615 инвесторов. Сайт работает 339 дней. Здесь очень опытная администрация, поэтому сайт живет так долго. Это не новички. И сейчас онлайн находится 830 человек. Присутствие в социальных сетях. Это Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, YouTube. Документация. Decibel Pay Ltd. Это официальная компания. Она зарегистрирована в Австралии. Вот видео пользователей. Криптовалюты. Калькулятор. И информация о компании. Есть баунти программа, инструкция, вопросы на ответы и аккаунт. Итак, сейчас у меня на балансе 311 тысяч 200 сатош. Я буду инвестировать в Sports Broadcast 3.0. Период 74 календарных дня. Дневная прибыль 2% и 15%. Итак, выбираем Sports Broadcast 3.0. Дневная прибыль 2% и 15%. 74 календарных дня. И чем мне нравится этот план, тем, что здесь прибыль и тело депозита включены в выплаты. Каждый день я буду получать выплаты. Итак, выбираем с баланса.
биткоин. Вот мой баланс. Он автоматически подставляется уже сюда. То есть я сделаю депозит на 311 200 сатош. Дневная прибыль у меня будет 6700 сатош. И я получу всего прибыли 495 100 сатош. Итак, проверяем еще раз. План 74 дня. 2,15% прибыль. И инвестиция 311 200 сатош. Все, депозит успешно создан. Итак, вот мои депозиты. Значит, первый депозит у меня был еще, когда был план с курсом отказ 2.0. Здесь инвестиционный период 100 дней. Минимальный депозит 300 тысяч сатош. 4 февраля 2019 года я инвестировал 1 миллион сатош. Дневная прибыль 17 тысяч сатош. Всего я уже получил прибыли 1 миллион 632 тысячи сатош. И как видите, 15 мая 2019 года данный депозит будет закрыт. И всего я получу прибыли 1 миллион 700 тысяч сатош. И теперь у меня два депозита. Sports Broadcast 3.0. Инвестиционный период 7-4 дня. Минимальный депозит 300 тысяч сатош. Значит, 7 апреля 2019 года я проинвестировал 308 тысяч сатош. Дневная прибыль 6600 сатош. Я уже получил 217 тысяч 800 сатош. И всего я получу 490 тысяч сатош. И 11 мая 2019 года я проинвестировал 311 тысяч 200 сатош. Дневная прибыль 6700 сатош. Профита пока нет, потому что я только что сделал этот депозит. И всего я получу 495 тысяч 100 сатош. В течение 74 дней. Каждый день я буду получать прибыль. Итак, сейчас у меня три депозита. И вот этот депозит закончится 15 мая 2019 года. Итак, у меня три депозита. И всего я инвестировал 1 миллион 619 тысяч 200 сатош. Итак, история прибыли. Как видите, я проинвестировал 311 тысяч 200 сатош и получаю прибыль каждый день по депозитам. Также я участвую в баунти компании. За каждый видеообзор я получаю 75 тысяч сатош. В видеообзоре нужно поделиться опытом работы с видеоагентством Визилио. То есть, либо показать депозит, либо продемонстрировать живую выплату с проекта. И за такие видео платят по 75 тысяч сатош. Прибыль поступает каждый день. И когда набирается минимальная сумма для вывода, а здесь она 250 тысяч сатош, я вывожу деньги и в живом эфире показываю это, снимаю видео и получаю вознаграждение. И вот выплаты. Видеоагентство платит, никаких проблем с выплатами нет. Я получаю выплаты. Вот дату. Так что всем рекомендую. Медиагентство Визилиум платит.